С 11 по 13 октября в Институте международных отношений проходят третьи ковалевские чтения. 12 числа состоялось торжественное открытие с участием выдающихся ученых в своей области из разных регионов Российской Федерации. На конференции востоковеды представили доклады самой разной направленности, тесно связанные с изучением отношений России и восточных стран и регионов. Коллеги поделились своими исследовательскими практиками для налаживания связи и взаимодействия с учеными из других стран. Казанский федеральный университет является одним из основателей российского востоковедения. Имена многих выдающихся российских ученых рассматриваются как важная часть мирового востоковедения. Цель, главная, пожалуй, данного мероприятия – это поддержать связанность традиции, то есть показать, что отечественному, да и зарубежному востоковедению уже почти 200 лет. Оно является полноправной большой академической научной дисциплиной. Осип Ковалевский – российский и польский востоковед. Один из основоположников научного монголоведения и буддологии в России и Европе, а в 1855 году – ректор Казанского университета. Именно в его честь названы Ковалевские чтения. Сегодня Казанский федеральный университет уделяет особое внимание изучению культуры и истории Китая, Монголии и восточных регионов нашей страны. Я думаю, события очень важные не только для Казанского федерального университета, для многих монголоведческих центров, в том числе и Европы. Особенно, конечно, Польши, поскольку Юзеф Ковалевский, профессор Осип Михайлович Ковалевский, один из величайших ученых, востоковедов, монголоведов, буддологов, который заложил традиции востоковедческих исследований в Казанском императорском университете. То есть волей судеб он в 1824 году оказался здесь, на то были некие политические причины, ну и, конечно, на протяжении с 1824 по 1860 год он вошел в золотую такую летопись истории Казанского федерального университета. Во-первых, скажем, он. На конференции были представлены доклады различных направлений – от зарождения востоковедения до современных методов изучения монгольской и тюркской культуры и традиций. Коллеги из разных регионов страны обменялись ценным опытом и наметили дальнейшие пути работы для более глубокого изучения Востока. Профессор кафедры китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований КФУ Рамиль Валеев рассказал про становление российской историографии. Дарима Дашибалова – научный сотрудник Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, представила доклад, посвященный монгольскому корнеслову Ковалевскому, истории рукописи, структуре словаря и его значению. Значимость, конечно, наверное, действительно велика, потому что я так поняла, что посвящается 190-летию кафедре монгольской словесности при Казанском университете. И, конечно, для нас, монголоведов, это событие действительно имеет большое значение. Востоковедение в КФУ всегда оставалось перспективным направлением. Сотрудничество с азиатскими партнерами позволяет достигать поистине впечатляющих результатов. Организаторами конференции выступили Институт международных отношений Казанского федерального университета, Институт восточных рукописей Российской академии наук, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Институт буддологии, монголоведения и тибетологии Сибирского отделения РАН и Кабинет министров Республики Татарстан. Карина Саяхова, Николай Суховский, Фарид Захитоглы, Универньюз.